за Римашевским. Попробует сам что-то придумать. Нет, какая передача, Егор Римашевский. В прошлой игре дубль. И здесь, конечно, ну, немножко растерялись амурские тигры. Защите, соответственно, Голубцов сейчас на льду, и вот вместе с ним Кабанов появился, и Кудашов улучшает, забрасывает Артем Кудашов. Шайбу в ворота Данила Брызгалова, игра 4 на 4 у нас пошла. Чернышовым на льду оказался и Катковым. Чернышов так. Парамонов. Один в один разбирается с защитниками. Данил Парамонов продолжает штамповать очки. Вот так красота, конечно. Нашел Чернышова. Чернышов нашел Римашевского, а тот нашел Зайцева. Вот эта комбинация. Вот это звено. Заиграло оно новыми красками. Восьмая заброшенная шайба, 23-е набранное очко. Чернышов. 16-я передача, 3-2 за 9 секунд. Пока смотрел статистику, первое звено амурских тигров.
Вербицкий уже наелся. Вот так переводит на Ткача и поехал на лавочку. Ткач будет бросать, наверное, сам. Где шайба зашла на ворота. Данила Ткач. Неужели? Оборона, но очень плотно сели динамовцы. Подключается на дальний Кабанов. Ему пытался сделать передачу Савинов. Ткача и Данила Ткач оформляет дубль в сегодняшнем матче. За свои труды вознагражден. Балашов, Носачева, 10 секунд играть в третьем периоде. Римашевский один в один Мартынова накрутил. И что сделал Римашевский? Ну, это